сказать, чтобы успеть сделать дальний план, и не было. Я уже просто по сухому практически работаю, то есть внутри вот этого необходимость. Ну, с другой, с третьей стороны, дальше. Ну, давайте поедем, куда еще съездим? Давайте. Вот здесь контраст с освещенной этой зоной, которую мы придумали освещение. Ну, я начинаю просто свет вниз. Ну вот задача, чтобы они еще плясали, прыгали где-то, дырки где-то, вот, чтобы это, не дай бог, не было ровной линии, это очень... Thank you.
нанес здесь вот уже разных красок. И тут надо поймать этот цвет, поскольку, не дай бог, это, конечно, изумительная краска голубая, которая раньше называлась глупо все. А водку не делать. Ну, где-то мы откроем эту землю. Чуть-чуть. Все, с красным достаточно. В общем-то, потому что тоже это не должно быть такими уж козявками нашей поверхности. Вот тут надо следить. Надо следить, чтобы это действительно не превратилось в такой вот много-много жучков, паучков там всего. Что-то хочется вроде, может быть, хватит, может быть, и не надо особо. Может быть, чтобы не потерять цельность, понимаете, это одна поверхность, это вторая, третья. Поэтому мы можем внутри играть цветом и тоном, пожалуйста, как мне больше нравится. Но не забывать, что вот за деревьями не видеть леса, да, что все-таки это лес. Ну понятно, я сейчас аккуратно эти трубы нарисую. Эти, окошки? Ну, окошки, да. Ну давайте еще я эту самую. Когда происходит некая вибрация, в отличие от вертикальных движений, когда вертикально, это все и стволы, и все остальное, это очень некрасиво. Вот такое движение, оно нам дает возможность, какой-то столб, он становится такой вибрирующий живой. Сейчас мы оптимальную зону еще не сделаем. Мануаль Кансон, которая стала плохой после 2012 года, когда производство передали в Китай. Она была универсальной совершенно. Очень хорошая бумага, но даже внешне похожа на правильную, но на ней работать очень трудно, течет плохо. Но на арше, к сожалению, вот мои любимые мелки исчезают полностью. Да никак, у меня этих дворов уже нарисовано со всеми курочками. Они все выложены, который раз его смотрю. Это просто как мастер-класс показать, как красить. Писать, понимаете, ей нельзя вырисовывать ничего. Иначе это будет тупо и скучно, и неинтересно от начала до конца. Это совершенно не надо. Все тут. Так, ясно, дальше. Вот видите, здесь можно не превращать это в контур. Так, ну, в общем, чувствует нервы. Ну, на самом деле, ну, если окна были бы побольше, было бы побольше желания, там можно было растяжечку, типа занавесочек, там еще что-то. Ну, это уже... Там мелкие, да? Да, но они туповаты, они здесь я грубо сделал. Можно это делать помягче. Закрашивай так. Обычно, конечно, мягкие детские. Я говорю, дальше ловить блок, тут вот там не хватает, там. Ну осталось что? Вот тут, конечно, я на какашу. Лишний ты убрал, один заплатил. Как бы существующего меня. Да. Вот, все. Ну, что я еще сделал, я просто, как вы сказали, отпустил. Это карта очень имеет право на существование. Это вот мы берем, вот это у нас главное. И мы забыли про это. Или допустим. Все. Спасибо. Браво. Тут колобок сидит. А, вот это коза. Но я так не прибился. Многие любят эти кисти. А какой принцип подбора кистей у вас идет? Постепенно. Постепенно. А вы что заканчивали сами? Маркетинг. А, то есть вы архитектор? Я честно отработал архитектором 2 или 3 недели. Честно. У вас большое опыт. Клал мозаики, занимался полиграфией, а потом просто уже художник. Ну, я параллельно забросил все.
А 10,5 лет назад меня мой друг подыграл, все-таки он 10 лет меня уговаривал, 10,5 лет назад я все-таки вышел на кафедру. Сколько? В Тутаеве просидел в 14 году. Все проклял вообще. Проезжал мимо Ростова, у меня слезы брызнули. Правда? Да. Мой поезд уже подъезжает к перрону. Уже тормозит. И на выход с вещами. Пора выходить, подчиняясь закону. И место оставить, прощаясь с друзьями. Но ты не грусти и меня не жалей-ка. Когда-нибудь, верю, окажемся ближе. Появится новая узкоколейка, и поезд уйдет от Ростова к Парижу. Свистят тормоза, и стоянка мгновенья. Успею сойти, я уже на перроне. Я вышел один, остальные в вагоне. Какой день недели? Ах да, воскресенье. Mm-hmm.